что нужно для въезда в Египет в конце 2021 года. Главное, нужен ли ПЦР-тест на отдых в Египет, нужна ли прививка в Египет в 2021 году. Сразу скажу, правила въезда в Египет стали намного проще. Важное и основное правило, если прививка от коронавируса, сертификат вакцинации, то не нужно в Египет делать ПЦР-тест. Правила въезда в Египет. Вот специально я открыла на сайте travelata.ru памятку по поездке в Египет. Давайте посмотрим самое главное правило. Справка ПЦР COVID-19 потребуется с 18 июня 2021 года. Необходим QR-код, который обязательно должен считываться в программе QR-код Reader. Доступен всем туристам к скачиванию в iOS и Android. При невозможности прочесть QR-код сотрудниками пограничной службы может быть применено правило депортации в страну гражданства за счет туриста. Сроки актуальности справки не менее чем за 72 часа до вылета. Срок в 72 часа теста отсчитывается от времени и даты забора биоматериала, а не от даты получения. Время и дата указываются в справке. Особенности справки. Справка должна быть выдана строго на арабском или английском языке, в оригинале с синей печатью, содержать обязательно QR-код с формулировкой РЭД-ПЦР. Освобождены от тестирования дети до 6 лет не включительно. Имейте в виду. Также можно получить скидку 10% по промокоду Travelata на ПЦР-тест в Москве и Санкт-Петербурге. Вакцинированным туристам потребуется оригинальный сертификат, заменяющий справку ПЦР COVID-19. Одобренные вакцины для въезда вот здесь указаны. Особенности сертификата. Обязательное наличие информации дат ввода 2 доз. Вторая доза должна быть введена не менее чем за 14 дней до въезда в страну. Сертификат о вакцинации в обязательном порядке может быть переведен на английский язык, содержать QR-код и данные заграничного паспорта. Где получить сертификат? На сайте госуслуг. Документы на русском языке и сертификаты книжки не будут приняты. Туристы, не имеющие при себе сертификат, должны оформить справку ПЦР COVID-19 по требованиям справки ПЦР COVID-19. По прилету в Египет карантин не потребуется. По возвращению в Российскую Федерацию. На этом же сайте можно ознакомиться с правилами возвращения туристов в Российскую Федерацию вот по этой ссылке. Ссылку, кстати, на travelata.ru оставлю в описании под этим видео. А сейчас давайте посмотрим цены на ноябрь месяц из Москвы. Выбираем Египет, Шарм-эль-Шейх. Цена сразу выходит от 20 тысяч рублей. Хургаду уберем пока. Дата вылета. Пусть будет со 2 ноября и плюс-минус 3 дня. Количество ночей пусть будет 7-8 и двое взрослых. Фильтр. Здесь у нас указаны самые популярные. Давайте мы с вами посмотрим от дешевых к дорогим. Самый дешевый тур у нас со скидкой 10% выходит за 67 499 рублей. Есть фотографии этого отеля. 68 729, 71 тысяча, скидка 20%. Трехзвездочный отель, мало мест, то есть много забронировано. Фотографии можно посмотреть тут же. Есть фильтры, питание выбираем, все включено, ультра все включено, без алкоголя можно, все включено. Либо просто завтрак, обед, ужин, например, или завтрак, ужин. Также можно без питания. Но если вы едете с детьми, то я думаю, что лучше с питанием. Пусть хотя бы будет завтрак и ужин. За 68 479 рублей. Давайте посмотрим пятизвездочное, сколько стоит. 84 983 рубля. Двое взрослых с 5 ноября на 7 ночей.
В эту сумму входит все включено питание, медицинская страховка, групповой трансфер, туроператор Coral Travel. Вылет получается в 7.15, 4 часа 50 минут в полете. Обратно, то есть 00.35 это вылет из Египта, в Москве будете утром. То есть есть разное время, можно выбрать, но цены тоже меняются. Шарм-эль-Шейх – это самый популярный курорт страны. Тут погода просто отличная. Днем не ниже 27 градусов, а ночью в районе 21 градуса тепла. 3-4 ночи за месяц температура может опуститься до 10 градусов со знаком плюс, но туристы в это время обычно спят. А утром вновь выйдет солнце и разогреет воздух до оптимальных значений. Вода в море у берегов курорта теплая и прогрета до 26 градусов. В обычный день волны на море не очень высокие, но если ветер усиливается и начинает дуть порывами, то в море лучше не заходить. Поэтому выбор за вами. Подписывайтесь на канал. Посмотрите также туры на сайте travelata.ru. Этот сайт мне очень нравится. Я уже несколько лет пользуюсь этим сайтом. До этого уже рассказывала, показывала, куда, как и сколько раз мы покупали через этот сайт. Ссылка в описании под этим видео.